52-летний Рома Жуков перестал обеспечивать свою семью. Мать его шестерых наследников раскрыла подробности скандала с мужем. 37-летняя Елена заявила, что певец захотел лишить ее жилья. Бывший солист группы «Маршал» в 2017 году расстался с супругой. Музыкант обещал финансово помогать ей и наследникам. Жена Жукова проживает с детьми в двухкомнатной квартире, купленной в ипотеку. Взносы за недвижимость делал певец. Внезапно он прекратил перечислять средства. «Папа Рома хотел выселить из квартиры, в которой я делаю ремонт. Квартира преобразилась. Но живем в этой квартире мы с детьми, а не он. Это, видимо, его разозлило и обидело. За эту квартиру он платит кредит. Решив нам отомстить, он сказал детям, что платить за нее не будет. И нас тогда выселят», – посетовала Елена. Женщине позвонили из банка, сообщив о выселении семьи. Только после этого Жуков перечислил деньги. Музыкант похвастался этим перед детьми. Написал СМС детям, что «скажите спасибо мне, что я оплатил задолженность, и вас не выселят из квартиры», – пояснила супруга певца. Елена считает, что на отца ее детей негативно влияет его новая девушка. Его сожительница ему диктует, что ему делать. А заодно и подливает ему алкоголь. И у него теперь с этим проблема, – высказалась Жукова. Она подчеркнула, что является самодостаточной личностью и много работает, чтобы обеспечить детей. Но скандальное поведение экс-избранника подрывает ее деловую репутацию. Многодетная мама поблагодарила всех, кто ей помогает. Она пожаловалась, что муж постоянно пишет жалобы в органы опеки, из-за чего ей приходится жить в постоянном стрессе. «Папа Романа настолько пиарится, подает на нас в суды, таскает нас по разным каналам, где нас поливает грязью вместе со своей сожительницей. А между тем, когда дети приезжают к нему в гости, то им даже спать негде», – подчеркнула Елена. По словам Жуковой, певец боится перечислить ей лишнюю копейку. Вместо этого он дает деньги маленьким детям, которые не понимают, как правильно их тратить. «Он всем показывает чеки, это позор», – подытожила женщина. В конце прошлого года Рома Жуков оказался в центре скандала. Музыкант с молодой любовницей устроили дебош в аэропорту. Футболист Дмитрий Тарасов недавно потребовал уменьшения размера алиментов. Он хочет выплачивать на 10-летнюю дочь Ангелину в 8 раз меньше, чем сейчас. Хоккеист Никита Зайцев решил добиться от бывшей жены выплат на дочерей. Миллионер обратился с этой целью в суд.